Акция посвящена нашему бренду «Вологодская область. Душа русского севера». В ней принимают участие общественные организации, художественные школы нашей столицы, города Вологды, и также студенческие бригады, просто жители города, кто хочет поучаствовать в этом прекрасном мероприятии. Они рисуют наш бренд, нашу птицу счастья Вологодской области. Мы рисуем сегодня символ Вологодской области. Мы хотим показать, что бренду Вологодской области исполняется ровно год. Она выглядит как павлин, и внутри нее три цветочка больших. Учились долго рисовать птиц, потому что некоторые вот зигзаги что-то вот не получались, потому что мы как первый раз рисуем, мы не знали вот что и как рисовать. Но потом со временем уже научились и стали лучше.